Великий день особый, всем нам станет веселей. Знаем мы, наш детский садик отмечает юбилей. Вот уже 5 лет коллектив детского сада «Солнышко» в деревне Брехово создает все условия для полноценного и гармоничного развития своих воспитанников. Дошкольное учреждение с размахом отметило свой первый юбилей. Поздравить любимый садик поспешили не только его воспитанники, но и почетные гости. Искренне поздравляю всех с юбилеем детского сада. Хочется пожелать всем здоровья, благополучия, счастья. Ну и, конечно, чтобы детишки с удовольствием сюда приходили. Кто-то научился рисовать, кто-то научился петь, танцевать. И это все очень замечательно. Сейчас детский сад посещают 370 малышей. Работает 12 групп. Помимо спален и игровых комнат, раздевалок, пищевого и медицинского блока, в здании есть физкультурные и музыкальные залы. Коллектив состоит из квалифицированных педагогов, для которых работа с детьми – настоящее призвание. Сегодня у нас праздник, сегодня у нас юбилей, сегодня нам 5 лет. И этот замечательный праздник мы решили отметить в кругу наших близких друзей. И встретили мы этот праздник в хорошем кругу со всеми нашими воспитателями, родителями. Свои творческие подарки подготовили не только малыши, но и коллектив детского сада. Танцы, песни и юмористические зарисовки. В каждом выступлении любовь и трепет. Столько лет, столько зим вместе мы прожили. Открытие детского сада «Солнышко» с нетерпением ждали педагоги, дети и родители. Он стал вторым домом для малышей. Нет никаких сомнений, здесь достойно воспитают еще много поколений юных химчан. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.